Привет. Короче, хочу сделать проекцию изображения на шар. Не изображение, а видео на шар. Вот такое. Но эта картинка, как бы, да? Одна картинка. Хочется, чтобы эта девка плясала, как бы, вот на шаре. Как это сделать, хрен его знает пока что. Сижу, ковыряюсь. Как перенести картинку на шар в 3D Max, понятно. Как перенести видео целиком. Что такое видео? Это куча картинок. Причем такая приличная куча. Но это получится мультитекстура офигенных размеров тогда. Видимо. Причем как ее анимировать, я тоже еще не знаю. Наверное, как-то можно. Ну, то есть, анимация мультитекстур, чтобы она записалась в видеофайл один. Но я вообще-то не об этом хотел рассказать. А я хотел рассказать, что полез вот Vegas Pro. Нашел тут сферизацию. Так, сейчас. Без сферизации эта девенька, ну, собственно, пляшет вот так. Almost crystal boots she has with her leotard here. Hungarian folk music, the theme for the sexism. Вот. Так, потише чуть-чуть сделать. Сейчас, секунду. Зайз. Вот, а со сферизацией? А со сферизацией эта девонька пляшет вот так. Almost crystal boots she has with her leotard here. Ща-ща-ща. Hungarian folk music. Это так забавно, на самом деле. Изменение геометрических форм тела во времени в движении, ну, во времени, да. Я не знаю, мне прям весело. Эй, все что ли? Так мало, только смеяться начал. В общем, тут прикольный такой эффект получается. Вот. Так, это не то. Как тут? По центру. По центру. 0,5 0,5. Almost crystal boots she has with her leotard here. Hungarian folk music, the theme for this exercise. Она как бы сферизация, это сферизация, но не такая, какую я хочу. Это просто забавное искажение. Ляжки дави. No problem at all. Ну, в общем,
такая вот сериализация есть в Sony Vegas. Пока.